Доброго времени суток. Это снова я, Артур. И сегодня я получил очередной свой заказ из магазина «Розетка». Заказ был доставлен очень быстро. Буквально на следующий день он уже был в Одессе. Это по поводу скорости доставки. Сегодня я покажу распаковочку сетевого зарядного устройства Qualcomm QuickCharge 3.0. Вот в такой вот упаковочке он пришел. Этот зарядник. Открываем. Открываем. Так. Вот он. Весь в пленочке такой. Вот она пленочка. Ну, пластик гладенький. Очень компактный, очень стильный. Есть еще белого цвета, но я решил себе черный взять. Значит, здесь два USB выхода для зарядки. Один умный, Quick Charge, это 3.0. Он от 1,5 до 3 вольт выдает, ой, ампер выдает. Вот. И второй обычный, 2,4 ампера выдает. То есть в нем можно заряжать сразу два устройства одновременно, при этом потери вам не будет. Значит, ну что, давайте проверим. Проверим. Сейчас мы ставим его в розеточку. Вот у меня маленький пауэрбанчик есть такой. Ставим в Quick Charge зарядочку. Так, ага, начал мигать. Зарядка пошла. Зарядка пошла. Теперь ставим во второй разъемчик, где 2,4 ампера. Все, зарядка пошла. Отлично. Отлично. Таким образом, гаджет работает успешно. Ничего не шатается, все четко. Корпус хороший. Гарантия, как обычно, от розетки все на высоте. 12 месяцев. Ну вот, вроде и все. Продолжаем дальше покупать в розетке. Всего доброго, хорошего вам вечера и прекрасного настроения.